В учебе и спорте ученики первой школы привыкли побеждать. Со дня открытия учебное заведение лидирует среди прочих городских школ. Она есть и всегда будет первой. Она первая во всем. Это самая лучшая школа. Хочу признаться ей в любви и, конечно же, поздравить ее с такой замечательной датой. Здесь самая лучшая атмосфера, безумно потрясающие учителя. И я очень рада, что благодаря этому празднику нам удалось встретиться с учителями, которые уже покинули нашу школу, но остались в нашей памяти. И безумно приятно видеть их все здесь сегодня. В числе гостей те, кто долгие годы преподавал в этих стенах. Многое изменилось с тех пор, но неизменным остался дух, энергетика и открытая душа школы. Школа превратилась в неузнаваемость. Очень хороший большой коллектив. По сути, по бумажке, которую дали, работает всем прекрасно. Но думаю, что первая школа грязь лицом не ударит. Сегодня в школе работает молодой коллектив учителей. Они ставят перед собой амбициозные задачи и с легкостью их решают. Многие – бывшие ученики, которые решили продолжить дело своих учителей и пошли по их стопам. Это дорогого стоит. И мы продолжаем сегодня начатые традиции того далекого 1965 года. И достойно поддерживаем этот номер один. И сегодня пытаемся во всех делах быть только номером один. Гости с удовольствием смотрели концерт, который подготовили ученики школы. День рождения получился по-домашнему теплым. Наша школа номер один, вы видите, она крепкая. У нее не только фундамент, крепкие стены, которые мы сейчас наблюдали на ретро-фотографиях. Она крепка своими традициями. Она крепка своими людьми. Среди выпускников немало руководителей, известных людей нашего района. Школа номер один гордится своими учениками. Сколько всего пройдено? Сколько было интересных уроков, интересных мероприятий, а сколько было первых звонков, а сколько их было последних, а выпущено из этих стен, из стен Одинцовской школы номер один, более 4000 выпускников. Выпускников, которые вышли в большую жизнь, которые стали взрослыми и сейчас возглавляют предприятия, школы, управления, и с таким хорошим настроением вспоминают все, что было в школе. Это очень радостно. В первой школе города Одинцова всего только 40. Впереди еще много славных дел, свершений и побед. Для этого коллектива нет ничего невозможного. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».